надо просто сжечь и новый построить. Это что было? Да? Опять? Помощь идет, братья! Золотой путь готов к борьбе! Будем через полминуты! Пошли! Идем на своих двоих!
Хадур захвачен, а Нур убита. Отличная работа, Аджай. Признаюсь, ты меня впечатлил. Мы взяли половину крепостей. Теперь Пейгану будет трудно нанести ответный удар. Эй, Аджай! Убить! 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 Прошу, помогите! Thank you.
пришла в Штаты, вернулся в Керат, чтобы исполнить ее, как говорится, волю. Ты кто? Узнаешь, если поможешь мне без проблем посадить самолет. Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя... Эй! Ты где там? А, блин. Вас ждет крабовый рагу и реки Я на месте. Так, я при облете заболел пару снайперов. Займись ими. Ты ж помнишь, брак у нас... Один на двоих. Чем меньше у Пейби на людей, тем легче Золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Чуть не забыл. Не высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спались, усёк? Мне надо будет перетечься с офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно не обязательно. Как закончишь, выходи на связь.
привлек внимание. Так, что-то дождь крепчает, поищу-ка укрытие. И ты давай, дурака, не валяй. Вынеси этот минометный расчет и всех там... Кто жаждет мстить за павших товарищей. Понял? Супер. Что-то с твоей стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся, наконец. За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты? Ты такой? Как так? Ну что, вперед?
Какого? Я так понимаю, папка у тебя. Да, и тут ни хрена нет.